Всем Максимат, здесь сегодня мы снова играем в Angry Birds. Так, следующий эпизод называется The Big Setup. Свиньи в касках, а куда пропали птички? Я задаюсь этим вопросом и... Ах вы свиньи гады, ну я вообще всех... Но одна птица все-таки осталась. Терренс. Так, здесь все уровни из предыдущих локаций. Из предыдущих эпизодов. Но они выполнены так, как будто свиньи их перестраивают. Вот видите, первый уровень первого эпизода. То есть, вот, свиньи в касках, они его делают заново. Мы его разрушили же, правильно? Но мы его разрушим снова. Слабовато. Да блин. Тут надо с одного удара попасть. Тут одна птица. Давай, падай скорее. Не вышло. Давай, падай скорее. Есть. Хорошо. Давненько я не смотрел видео на свой канал, но, простите, отдыхал. И школа не позволяла это делать. Ну ё-моё! Школа еще толком не давала спокойно друга записывать. О, в беде, надо его освободить. Ах, почему-то он вылезает за пределы клетки. Ура, свободен! Выстреливаем скорей! Нет! Славенько! Вареные яйца! Называется это теперь... уровень из вареных яиц эпизода. Уровень 20. А этот 21 уровень. Последний уровень. Это яйца. Я думаю, вы помните, что мы проходили с вами в предыдущих частях. Это игры. Уровни довольно простые, я думаю, мы сегодня, может быть, и две части пройдем. Хотя, может быть, может и нет. Черт. Сегодня две части этой главы сможем пройти. Или полтора хотя бы. А может и нет. Ну, отдыхай же. А вот беда. Не, все равно целый остался. Ну что такое, а? Ну, смотри, спрятали, блин, птиц в клетку, а сами яйца и перестраивают все. Ну нет, свиньи, тут вы зашли слишком далеко. Я, наверное, так назову эту серию. Свиньи слишком далеко зашли. Ну что такое, а? А почему я опять стал проигрывать? Хорошо. Слабо. Эх.
Ну ё-моё, ну что за пыль? Так, это, по-моему, да, восьмой. Да, да. И в Angry Birds Chrome вот здесь было логотип. Надо, если мы глотаем, бонусный уровень откроется. Жалко, что это версия закрыта. Если бы она, например, была закрыта, мы поиграли бы в нее. Ходили бы. Но, увы, непонятно, зачем ее закрыли. Была, кстати, Angry Birds Chrome, если кто-то не знает, я, по-моему, говорил уже. А может, и не говорил. Angry Birds Chrome — это самая первая игра по Angry Birds, которую я вообще играл. Так. Господи. Да блин. Только сделал я. О, вот сейчас вообще шикарно. Жалко, что у меня 3 звезды, конечно. У нас вареные яйца все идут. Вторая часть. Еще. Потом я наткнулся в интернете, что, что есть такая игра на компьютерах. Вот я, да, долго пытался найти, скачать. Вот я наконец-то нашел ее где-то в 2012 или 2013 году. В общем, я ее в нее поиграл. Это была версия 1.6.2, это была версия. Было только 6 эпизодов, и последний эпизод Mine and Dine, он там было только 30 уровней из 45. Потом еще была какая-то версия, я уже не помню. 2.1.0, что ли, я не помню. Был звезды партии, там было только 15 уровней, и еще там был эпизод Сюрфатур, в котором было тоже только 15 уровней, остальные все Коминсун было написано. Черт, наткнулся на Angry. Я случайно вместо Хрома один раз зашел в Google Plus, и там начал искать Angry Birds Chrome. Нашел Google Plus, она похожа на Angry Birds Chrome, но только там упрощенный, там только один, там только 2 эпизода, ну еще бонусный, конечно. Там также есть Chrome Dimensions, так же как и Angry Birds Chrome. Ну еще Poche Tex первый эпизод и эпизод Teamwork. На несколько человек, чтобы можно было зрителей играть. Версию можно считать закрытой, потому что в 2013 году из Google Plus почему-то решили убрать все игровые вещи. Поэтому, в том числе и Angry Birds Google Plus. Поэтому версию можно считать закрытой. О, отлично. Этот уровень я помню. Вот здесь надо было как-то в динамике. Черт, что-то не вышло. О, есть, отлично. Вообще отличный выстрел. Если бы я мог, я бы вообще лайк поставил самому себе. Ладно, на самом деле это глупо.
Так, 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 так. Блин, нет. Не-не-не, промахнись, не промахнись, не промахнись, не промахнись. Хорошо. О! Наконец-то какая-то там пустыня непонятная. Третья часть эпизода «Вареные яйца». Shit eggs. Кстати, коридор с Google Plus был еще эпизод, на котором написано «Coming soon». По идее, должен выйти скоро новый эпизод, но, к сожалению, так этого и не произошло. Могло бы, конечно, наверное, произойти, если бы с Google Plus не удалили все игровое оборудование. Господи, господи, что я сказал? Какое оборудование? Все игровые приложения. Да как ты не сдох-то, блин? На тебе упала каменная хрень. Тебе на голову прям. Ну, на каску, конечно, но... Каска, она не очень-то защищает свиней, на самом деле. Подыхайте, подыхайте скорее. Зажался в угло. Каменной фигней. О, подпрыгнул, как красиво. Ставьте лайк за этот прыжок. Думаю, этот прыжок свина заслуживает лайк. Давай. Бам. Но нет. Даже Терренс не может это сделать. Хотя других птиц здесь нет. Давай. Скорей, подыхай. Есть. И последний свин. Есть. Наконец-то. Яйцо! Надо его достать. Попытка достать яйцо должна быть удачной. Есть! Но мы будем проходить все яйца именно уже когда мы пройдем игру полностью. Почему ты не сдох? Ох, вряд ли я сейчас уничтожу их. А, нет, получилось. Смотрите-ка. Я даже не ожидал такого. О, последний уровень наконец-то этой части. Первой части. Этой главы. Вот эта вот каска, это... Вы можете это определить по каске. То, что здесь пятачок на каске. Если есть такой свин с такой каской, значит, это уровень последний. Из одной из частей. Почему ты не смог это разбить? Это довольно странно. Что-то как-то не сильно получилось хорошенько попасть. А, нет. Черт. Промахнусь. Да. Я вообще попал не туда, куда должен был попасть. Да и практически без успеха. Давай. Отлично.
прошло только 15 минут, а мы уже прошли первую часть. Прекрасно. Вот мой успех. Итак, давайте я сейчас пожру и продолжим. Так, эпизод больше, текст еще не закончился. Какой-то не сильно удачный бросок вышел. Тоже не сильно так хороший. Потому что не сдох никто. Сейчас уже неплохо. Давай, отлично. Я рад уже, что все крушится. Тут у нас дворец строится. Видимо, стройку вам придется отложить на долгие годы. Вперед. Вперед. Отлично. 3 звезды. Здесь, на этом уровне, есть золотое яйцо. Оно спрятано в утенке. Мы должны раздавить утенка, чтобы получить это, блин, золотое яйцо. Блин, Терренс что-то не достал до него. Достал, только не сломал. Давай, Терренс, разбей его. Есть. Так, простите, просто не видно, сколько я записываю. Уровни все-таки полегче, чем в настоящих эпизодах. Не то, что мы... Блин, один смена жив остался, и так плохо. Это один из уровней, который мне было тяжело проходить. Я помню этот уровень. Это был просто кризис. Хорошо. Плохо. Блин, один свин жив, а право остался жив. Отлично. Радуюсь. Алмазики, но, наверное, они не настоящие. Опасные. Теперь, возможно. Может быть, я буду игру дальше, когда мы отправим все эпизоды. Запущу игру через Густакс и буду проходить, положить ее там. А может, и не буду. Может, вам уже хочется Deep Seasons. Наконец-то. Ну, посмотрим. Как будет.
буду, сомневаюсь, что я буду их проходить. Последний эпизод, наверное, пройду до конца. Где это бомб наш. Я так его назвал. Птичка-бомб, которая... Бомб, который электричеством стреляет. Электричество пускает. Так, Coming Soon на третьей части написано. И это последнее одно было на ПК, увы. Поэтому, наверное, на Вустаксе буду его проходить. Черт. Не радует меня такие вещи. Отлично, другой разговор. Тоже на этом уровне я кричал. Ну я вам покажу на этот раз, если меня не уйдете. Вот так и кричал. На следующем уровне было, правда, то же самое. Типа, вы что, шутки со мной шутите, помните? Возможно, смешной момент, кстати, был. Мне понравилось. Я потом жал, когда сам на себя смотрел. У нас тут 10-9. Осталось уже не так много уровней, большую часть уже прошли. Блин. На том уровне было всего один свин, а тут их 3. Хороший удар. Прямо как у сэра Вильяма, рыцаря доброго пинка. Он не сдох, это меня не обрадовало. Это меня тоже что-то не сильно обрадовало. И этот, зато теперь этот свин остался жив. Вот это другой уже разговор. Так. Сдох. О, это последний уровень, тут башня вот эта вот была, где я говорил. Знаете что? Знаете, свиньи, что я вам хочу сказать? Что вы строите? Говнище полное. Ваш король бабладой и лох вонючий. И смеялся после этого. Здесь король свиней был. Сейчас его здесь нет. Черт. Еще один шанс остался. Отлично. Я не показал, сколько звезды я заработал, но в конце этой части я покажу свой успех. Пустынька. Воин пустоши я. Наш Теренс воин пустоши. Так я называл четвертую серию, где мы проходили ту локацию, помните? Мелкий живой остался, блин. О, господи, ну я вас сейчас всех уничтожу.
Давай, падай, чё ты катишься так долго? Скорее сдохни. Не, все равно жив остался из-за каски, наверное. Скорее всего. Блин, его заржало, но каска не дала себя убить. Каска не дала ему сдохнуть. У меня была бы такая каска. Я никогда не сдох. Да что ты будешь делать-то, а? Ой, что-то какой-то слабоватенький удар. Прошли. А здесь был корабль, по-моему. Да, корабль. А может нет? Да, корабль. Корабль, да. Маленький корабль. Попадание динамита меня всегда последний, наконец-то, уровень. Можно судить по этой каске. Я это последний уровень сегодняшней серии, и мы закончим сегодня серию. Но... Черт, динамит что-то раньше времени взорвался. Я так не хотел. Давай. Нет, в динамит я хотел попасть. Давай, взорвись. Опять каска ему не дала сдохнуть. Ты где-то в жопу хрюкаешь тут, блин. Опять раньше времени взорвался. Прозрачный квадрат не дают. За которого, на котором они все держатся, блин. Нет, только не те. А, сейчас он сдох. Да блин. О, есть! Ох. О боже. Ладно, всем спасибо за просмотр. В следующей серии мы будем проходить все остальное. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Конечно, я настаиваю. Извините за то, что так долго роликов не было. Отдыхал. Еще раз извиняюсь. Ну и всем удачи, до новых встреч. Пока, с вами был Максимадзе.